Скорая помощь станет еще мобильнее. Региональное правительство выделило служебные машины для перевозки участковых врачей в карантинное время. В детскую городскую больницу номер 2 ежедневно поступает свыше 200 звонков. Из-за большого количества заявок на вызовы медработники были вынуждены добираться самостоятельно. Теперь же их будут отвозить по нужному адресу правительственные авто. Территория у нас достаточно большая, если взять конкретно мою, то очень большая. Поэтому, в общем, это, конечно, очень удобно. Удобно и комфортно, машина очень комфортная. Данная мера поддержки оказана больницам для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Путь от больницы до дома маленького пациента для врача станет безопаснее. Медицинские работники – это как бы первые линии фронта, которые принимают на себя основные обязательства по выполнению этих мероприятий и по оказанию населению доступной медицинской помощи. Автопарк детской городской больницы номер 2 пополнился 3 машинами. На них же медперсонал будет доставлять и льготные лекарственные препараты на дом. Передача служебных машин из автопарка органов власти идет во всех районах области.